217 пожаров в экосистемах ликвидировали запорожские спасатели с начала года. В области объявлен 5-й максимальный класс пожарной опасности, то есть чрезвычайный. В связи с этим сотрудники ГСЧС проводят профилактические мероприятия с целью обеспечения безопасности уборочных полевых работ и пребывания населения в экосистемах. С учетом погоды сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям обеспокоены готовностью и оснащенностью людей и техники во время сбора урожая к пожарной безопасности. Сейчас в районах области спасатели совместно с полицией и волонтерами проводят разъяснительную работу и инструктажи, проверяют оборудование. Особое внимание уделяется состоянию комбайнов, тракторов и других машин и агрегатов, наличию огнетушителей, лопат, искрогасителей и цепей заземления. Также спасатели напоминают и другим жителям области о правилах безопасности пребывания на отдыхе у водоемов, в лесах и других экосистемах. Категорически запрещается разводить костры, сжигать стерню, оставлять на солнце легковоспламеняющиеся материалы, складывать, выбрасывать мусор вблизи линии электропередач и трансформаторных подстанций. Находясь на отдыхе, на природе или же хозяйничая на приусадебных участках, необходимо придерживаться элементарных правил пожарной безопасности. Ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, бросать непогашенные спички или сигареты. Если вы заметили возгорание в экосистемах, сразу же звоните по телефону 101. Ведь незначительное возгорание может привести к возникновению масштабного пожара и привести к значительным материальным убыткам, а иногда и к человеческим жертвам.